Друзья, всем привет! Вы на канале восстановления файлов, и в этом видеообзоре мы протестируем бесплатную программу по восстановлению файлов, которая называется Recuva. Ребят, она действительно бесплатная, поэтому сразу же после ее установки вы сможете восстановить все свои утраченные файлы. Так, ну сейчас давайте первым делом подготовим наш носитель. Испытывать я ее буду на обычной флешке на 8 гигабайт. Так, здесь вот я уже подготовил две папки. Одна папка с фото, другая с видео. Это, как правило, файлы, которые чаще всего приходится восстанавливать. Так, копируем две эти папки, закидываем их просто на нашу флешку. Данная программа также работает и с жесткими дисками, просто чтобы вы имели в виду. Об этом я также покажу в своих следующих видеообзорах. Так, вот файлы мы закинули. Два видеофайла. И две картинки. И теперь давайте их просто удалим. Вот таким вот образом. Все, наша флешка опять пустая, и можем приступать к ее восстановлению. Запускаем программу. Жмем далее. Если вы выбираете два или более разных типов файлов, то выбирайте вот этот вот самый верхний параметр — все файлы. Нажимаем далее. Так, здесь мне нужно конкретно указать путь к нашей флешке. И жмем далее. Так, и вот здесь вот смотрите, ребят, если не установить флажок на включить углубленный анализ, то по умолчанию программа проведет быстрый анализ. И в нашем случае его будет полностью достаточно, так как флеш-накопитель мы не форматировали, а просто удалили файлы. То есть глубокий анализ нужно использовать только в том случае, если ваша флешка была отформатирована. Так, и нажимаем начать. Так как флешка всего на 8 гигабайт, быстрый анализ прошел мгновенно. Так, и все 4 удаленные файла были найдены. Теперь просто выделяем их. Жмем кнопку «Восстановить», здесь выбираем путь, я выберу на рабочий стол. И жмем «Ок». Всего восстановлено файлов 4, восстановлено частично 0. Это говорит о том, что все 4 файла, фото и видео, были полностью восстановлены. Сразу же обращаю, ребят, ваше внимание на то, что программа со своей задачей справилась очень хорошо, так как, смотрите, все фото и видео были восстановлены под своим оригинальным названием. И это, как вы понимаете сами, вам очень сильно упростит жизнь. Вам не нужно будет повторно переименовывать все ваши фотографии и видео. Единственное, чего мне не хватает в этой программе, так это то, что не были восстановлены папки. И если восстановленных фотографий и видео файлов у вас много, то придется, конечно же, повозиться с их повторным сортированием. Но этот минус, как понимаете, компенсируется тем, что программа действительно бесплатная. Если же вы хотите восстановить файлы вместе с папками и не заморачиваться с повторным сортированием файлов, то лучше всего тогда использовать Hitman Fat Recovery. Это программа по восстановлению файлов с флеш-накопителей. О данной программе вы можете посмотреть в моем предыдущем видеообзоре. Друзья, у меня на этом все. Надеюсь, данный видеообзор был полезен. Ставьте пальцы вверх, обязательно подпишитесь на канал, потому что впереди еще будет много интересных видеообзоров на данную тему. Всем пока!